Глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале поздравила жителей города с Днем космонавтики, отметив, что для столицы региона этот день особенно дорог. Жители Самары внесли огромный вклад в подготовку первого полета человека в космос, в дальнейшее научное и техническое развитие отрасли. Глава города пожелала покорения новых рубежей и самых современных научных разработок, которые открывали бы для Самары новые возможности. В честь Дня космонавтики в образовательных учреждениях Самары прошли открытые уроки, классные часы, выставки рисунков, конкурсы, в которых школьники приняли активное участие, сообщают в телеграм-канале городского департамента образования. В ходе познавательных, интерактивных и творческих мероприятий ребята узнали много интересного о космических объектах, первооткрывателях космоса, а также достижениях страны в области космического приборостроения. Департамент градостроительства в своем телеграм-канале напоминает и информирует жителей о том, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая этого года состоится всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Оно пройдет одновременно по всей стране в онлайн-режиме. Для информирования населения к участию в проекте привлекаются волонтеры. Регистрация по-прежнему доступна на платформе добро.ру. В Кировском внутригородском районе провели семинар по теме «Управление многоквартирными домами, полномочия собственников МКД, порядок взаимодействия собственников с управляющими компаниями». Подробный фотоотчет опубликован в телеграм-канале Кировского района. Директор квалификационного центра ЖКХ и энергетики Виктор Часовских рассказал о системе жилищно-коммунального хозяйства, требованиях к качеству коммунальных услуг, капитальном ремонте и тарифах.